Здравствуйте! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «12 созвездий» и я, ее ведущая, Наталья Буслаева. Сегодня мы узнаем, что приготовили звезды всем знакам зодиака на неделю с 23 по 29 января. Контактные овны на этой неделе время от времени станут натыкаться на стену непонимания. Особых трудностей следует ожидать в общении с друзьями. С начальством разговаривайте корректно. Споры на повышенных тонах не принесут желаемого результата. Безусловно, вам не следует потакать нелепым прихотям руководителя или беспрекословно выполнять его неразумные распоряжения. Тельцы, в любой ситуации старайтесь сохранять душевное равновесие, не переживайте по пустякам. А если почувствовали психологическую нестабильность, срочно принимайте меры. Активно занимайтесь спортом, слушайте музыку, больше гуляйте на свежем воздухе. Близнецам на этой неделе звезды советуют, если есть возможность, отправьтесь в отпуск. Усилия на работе не приведут к желаемому результату, так как дела, начатые на этой неделе, могут затянуться надолго. Лучше отправиться в путешествие и получить новые впечатления. Возможно, вам захочется посетить те места, в которых вы уже бывали раньше. 23 января для раков откроются новые перспективы в решении финансовых вопросов. Удачным будет приобретение недвижимости. А тех, кто долго находился в поисках выгодного места работы, тоже ждут подходящие предложения. Львы на этой неделе могут запускать новые проекты. Также это время подходит для освоения еще одной специальности. Удача ждет и тех из вас, кто решил выучить иностранный язык. Сделайте небольшой перерыв в работе. Используйте это время для небольшого отпуска. Девам на этой неделе звезды разрешают совершать легкомысленные покупки, пускаться в авантюры и ни в чем себе не отказывать. Весы на протяжении всей этой недели будут невероятно красивыми, энергичными и привлекательными для противоположного пола. А если у вас еще нет второй половинки, ловите удачу за хвост. Именно сейчас вы сможете с легкостью очаровать того, кто вызывает трепет в вашей душе. Начало этой недели у скорпионов потребует много сил, придется потрудиться на славу, забыв на время об отдыхе и развлечениях. Руководство в этот период будет невероятно требовательным и станет контролировать практически каждый шаг. К счастью, вы сумеете обойтись без промахов и заслужите не только искреннюю похвалу, но и хорошую премию. Одиночество на этой неделе стрельцам точно не грозит. Многие будут рады помочь вам в работе или оказать психологическую поддержку. Постарайтесь разумно сочетать самостоятельную и коллективную деятельность. А козерогов на этой неделе ожидает романтическое знакомство. Чувство разгорится быстро, как бы вы ни старались сдерживать его. А если встреча произойдет 25 или 26 января, радуйтесь, скорее всего, она приведет к прочному брачному союзу. Звезды советуют водолеям с самого начала этой недели собирать информацию по интересующим вопросам. Не пренебрегайте даже мелочами. Сведения, которые на первый взгляд окажутся незначительными, впоследствии могут принести немалую пользу. Рыбам астрологи советуют 28 января будьте экономными и не идите на поводу внезапных желаний. Велика вероятность того, что крупные покупки, сделанные в этот день, принесут разочарование. Такую неделю предсказывают нам звезды, но помните, успех всегда зависит от вас самих, поэтому действуйте, но прислушивайтесь к подсказкам Вселенной. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!